Вот оно, то самое место, где 30 августа правоохранительные органы обнаружили тело 14-летнего Данила Ченцова. Как отмечают следователи, спортсмен лежал в естественной позе. Отметим, что тело нашли примерно в 15 метров от той дороги, по которой 20 августа спортсмены бежали 20-километровый кросс. Что удивительно, но этот условный квадрат волонтеры и сотрудники МЧС прошли в первые дни поиска. По крайней мере, так значится в отчетах. В воскресенье 30 августа, с каждым часом теряя надежду, полицейские решили повторно пройти этот участок сами. Высокая трава, ограниченная видимость. Они даже не ожидали, что поиски закончатся сейчас и именно таким образом. Из-за травы, которая была достаточно высокой, на тот момент была зеленой, труп невозможно было увидеть с дороги. Тело Данила Ченцова нашли примерно в 1,5 километрах от лагеря, в котором отдыхали спортсмены. По предварительным данным, никаких признаков насилия на теле юноши не обнаружено. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами детского оздоровительного лагеря «Факел», повлекшее безвестное исчезновение подростка и его гибель. Причину смерти следователи пока не называют. Одна из версий – остановка сердца. Однако родители и родственники мальчика с этим категорически не согласны. Они утверждают, что парень был абсолютно здоров. Евгений Плохотин, Алексей Мельков. Бийск. Специально для наших новостей.